Ну, она, повторюсь, вроде не глупая баба там. Нахрена она поперлась? Чую подвох изначально. Давайте сохранимся. По-быстренькому. Жопы чуял, надо было этой допники пройти. Запретная зона. Туда именно направилась. Хоффман. Погнали, что уж делать. У тебя тоже есть еще один подсумок для меня. Для дробовичка, отлично. Ух ты ж, ё... Пошел ты в жопу. Как-то здесь было темно просто и... Я прям увидел лут. Хотел скорее забрать лут, а они как повыскакивают. Давай тут рычать на меня. Но в этом была их ошибка. Куда мы едем? Ах, да, мы едем в запретную зону. Как я мог забыть об этом? Здесь еще пару трупов. Похоже, здесь была усиленная охрана. Знаешь, запретная зона. Как-никак. Бедные парни. Пороха хоть соли. Так, ну туда я не полезу. Напоминает прям Resident Evil. Баки какие-то. Зачем им все это? Может, мы исследуем компьютер? Ух ты, нифига. Кейшен, do not touch. Не трогайте. Не трогайте это дерьмо. Кто-то уже выбрался здесь, я уверен. Вот открытый баг. Блин, здесь темно и страшно. Что делали в этой лаборатории? И почему Лиев хотел встретиться здесь? Церебральный чип обнаружен. Вход разрешен. Церебральный чип? Без чипа тут никак не пройдешь. Наверняка здесь должен быть хоть один. Аккуратненько, спокойненько. Я боюсь, что кто-то где-то здесь вскочит или выскочит. Вот эта тварь, допустим. Будешь меня хватать, забираю. Ух ты ж, ёпсь. Ну вот, это, скорее всего, дамочка с ножом.
Где она только? А может быть и нет. Чё-то не вижу ни хрена. А, она просто его рвет. Всего-то я-то думал, что здесь происходит. Может, туда чуть попозже? Осмотрим для начала, что здесь у нас. Ты что, дура, что ли? Взяла, выскочила в окно вообще. И нормальная, блин. Да подойди ко мне. А где мое резкое сокращение расстояния, блин? Надо мной, что ли, где-то? Ну, судя по звукам, да, он где-то. Где-то прям надо мной. Ладно, хрен с тобой, золотая рыбка. Сейчас я еще здесь пройдусь. А потом к тебе поднимусь. Она же не просто так мне здесь вынесла стекло. Возможно, там что-то есть. Интересное. Нет? Ничего интересного? Жалость какая там, а тут нет? Здесь просто отблики. А, на втором этаже, понятно. Заходим внутрь. Ну что, пойдем наверх сходим? Или внизу еще прошвырнем? Блин, я даже не знаю на самом деле. Куда нам, может быть, надо на самом деле? Наверх нам тоже по-любому надо, потому что там лежат то ли трупы, то ли сведения. Есть еще одна комната. Точка резонанса здесь. 20% населения Юниона. Все наши усилия пропали в туне. Ядро исчезло менее суток назад. А потом начали приходить сообщения о массовом появлении пропащих. И теперь они повсюду. 20% населения Юниона уже обратились. Сейчас они охотятся за теми, кто остался, и убивают их. Это настоящий кошмар. Такими темпами через 2 недели в городе никого не останется. Мы потеряли связь с Мёбиусом. Мы оказались в ловушке с пропащими. И остановить процесс не получится. Весь эксперимент в Юнионе обречен. Мы все обречены. Простите. А за что ты извиняешься? Ты, в принципе, все очень четко и правильно сказала.
Долго этого ждал, когда же мне дадут подсумок для шприцов. Больше здесь, я так понимаю, мы ничего уже не возьмем с собой. Так, продолжим карабкаться по нашему второму этажу, чтобы кого-нибудь здесь грохнуть. У меня вопрос, ты там один или вас там несколько? Неожиданно. Она что, Человек-паук? Блин, может попробовать криопатрон? Прикольно. Просто взялись и разлетелись на куски. Забавно. Ну, судя по тому, что здесь запрещенная зона, я боюсь, что там выход. Или там просто лаборатория? А это что такое? Теоретически это дрель, который просверлит ему бошку. В случае с агентом. Извлечение 0128, код. Если для активации. Если у него еще остался чип, я смогу войти в ту дверь и найти Хоффман. Ладно, посмотрим, что будет. Понеслась! Че, все, что ли? Церебральный чип. Хорошо, что он был уже мертв. Надо выбираться из этой лаборатории. Нет. Они ожили, я боюсь, что они ожили. Нет. Нет, боже, за что? Господи, за что? А мы ведь так мило общались. Кто же кого и где жрет? Блин, я слышу этого. Крикуна. Я пойду вниз, вы как хотите, ну их нахрен. Мне еще моя жизнь дорога. При этом я их не вижу. Что самое прикольное, возможно, они внизу ходят, в общем. Ух ты, блядь.
Может быть это? Вам пойти в жопу? Ну, допустим. Фу-ф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 у. Напряженочка, напряженочка. Ну, мне кажется, они внизу там ходят, развлекаются. А вот у этого парня я вообще не бывал. У него здесь, оказывается, что-то лежит. А они ходят, скорее всего, внизу. Это что, жители Юниона? Что Мёбиус с ними сделал? Пока он меня не заметил, я тут все соберу, что смогу. Я боюсь, там нас ждет впереди какая-нибудь неприятная встреча с кем-нибудь. Дна нет. Брось, что-нибудь узнает, насколько там глубоко. Зачем я сюда пришел? Мне кажется, что за этой дверью кто-то должен быть. Наблюдение за ямой. Начинается. Надо отсюда выбираться. Блин, это товари. Я его 100 лет не видел. Та, которая меня преследовала вечно. Какого хрена? И что ты мне предлагаешь сейчас с тобой сделать? Блин, это, конечно, все чудовищно прекрасно и здорово. Сейчас мы будем отсюда выбираться. И чё? Интересно, где здесь выход? Ну, сюда-то мне точно не надо.
На-на-на-на. На-на-на-на. Я бы здесь проскочил. На-на-на! На-на-на! Ну тебя в жопу! На-на-на! Так, так. Твою мать-то, долго мы с тобой тут будем этой херней заниматься? Отвали. Не догнала. Не догнала. Опять эта хрень. Почему она гоняется за мной? И что это за место? Да заколебала, блин. Все, я могу выбираться отсюда. Ну так-то уже вроде все. Теперь меня ждет штука посерьезней. Хорошо, мне надо просто прямо пройти. И все. Но я не уверен, что этот парень даст мне пройти. Вот вообще не уверен. Серьезно, прям не уверен, не уверен. Не надо, не надо, нет, 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 спокойно.
Пошли-ка вы в жопу. Нормально я перемещаюсь в пространстве. Фу. Называется, я не трус, но я боюсь. Кажется, ты есть у Нил. Лиам! Стой! Какой еще Лиам? Назад! Это Лиам! Дружище, как ты преобразился! Прочь с дороги, Себастьян! О, Нил! Что с тобой? Теодор указал мне путь. Я принадлежу ему. Я его спрятал. А в обмен он дал мне новую жизнь. Это жизнь раба. Тебе не понять. И ты сгоришь! Здорово, мужик. Горю, 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 горю. Слишком жарко. Надо потушить огонь. Да пошел ты в жопу! Люби сколько хочешь, так чтобы такое подействовало! А пошел ты в жопу! Отходим. Конденсант. Я не дам ему уйти, обещаю. Не попал. Ты будешь очищен. Спокойно. Так, уже чё-то. Мне надоело играть. А я с тобой и не играл так-то, говнюк. А чё-то я горю-то. Охренеть. Просто охренеть. То есть он взял меня сейчас и просто нагнул. В самой бескультурной форме. Так, захаваю-ка я аптечку. Я больше не слаб, Себастьян. А пошел ты. Я-то его вообще так-то не вижу, где он. Блин, этот придурок еще жестче, чем... Я бы даже сказал, в разы жестче.
Да ладно, добил. Я тебя больше не боюсь. А ты что, меня боялся? А, отвали. Хочешь не зайти до боя со мной? Да! Будь ты проклят! Она здесь реально больно. Тебя поглотит пламя! Вот докопался-то, а. Блин, патроны кончаются, а он что-то не кончается как-то. Называется. Пошел ты в жопу. Я не дам ему уйти. Обещаю. Да пошел ты в жопу. У меня патроны кончаются. С тобой тут в бирюльке играть. Йо. А я не понял, что это я не затушил-то. А, то есть в этой зоне ничего нету, что. Я не знаю, с кем ты там разговариваешь. Ты будешь очищен. Да, отец Теодор. Я сказал ему. Может, все? Кажется, все. Бедный О'Нил, бедный О'Нил. Спасибо, Себастьян. Наконец я свободен. От его голоса. От страхов. Мне было так страшно. Останови его. Чтобы его остановить, надо сначала найти его, О'Нил. Он переместился. Его здесь нет. И нигде нет. Механизм тут, за стеной. Его надо уничтожить. Какой механизм? Я построил, чтобы прятать. Уничтожь. И тогда сможешь уничтожить его. Что случилось? Как О'Нил мог превратиться в это? Не знаю. Я все это время не выходила из убежища. Потом Лем вдруг вышел на связь. Я так обрадовалась. Но это уже был не он, а этот монстр. Я пыталась до него достучаться, но... Ты же его слышал. Теодор Уоллес что-то с ним сделал. Бедняга. Я не хотел его убивать. У тебя не было выбора. Теодор бы его в покое не оставил. Что теперь? Посмотрим, про какой там механизм он говорил. Я думаю, он на другом конце той комнаты, где ты нас нашел. Пошли. Я надеюсь, он недалеко. Неисправный огнемет. Огнемет. Пригодится. Правда, сломанный. Найти бы детали к нему.
Он так же, как с винтовкой. Да, хозяин. Конечно. Механизм работает как положено. Спасибо, отец Теодор. Когда я слышу это от вас, меня переполняет гордость. Что? Но она не может нам навредить. Она не... Нет. Я всегда буду слушаться вас. Конечно, буду. Все, что вам угодно. Юкико, ты меня слышишь? Я нахожусь в мастерской. Все мертвы, допуски уже не важны. Так что, пожалуйста, приходи ко мне сюда. Я должен показать тебе кое-что. Это важно. Прости, Юкико. Это он заставляет меня. Вот и бедненький. Заставляет его.